Атянь, как ты посмел? Господин, что случилось? Я ничего не понимаю. Ты добавил гинга в лекарство молодого господина. Мне отвезти тебя в магистрат, чтобы ты признался. Раз вы все знаете, я не буду больше скрывать. На самом деле, я сделал это ради вас. О чем это ты? Подумайте, господин. Разве это не лучший шанс, чтобы возглавить семью Сюй? Пока Сюй Юйлян болеет, если вы добьетесь успехов в управлении, кто из семьи Сюй посмеет задирать вас? Господин, вы талантливый человек. Разве Сюй Юйлян не единственный, кто может мешать вам использовать ваши таланты? А еще, господин, вы знаете, почему у вас с женой нет детей? Я нашел проблему, когда прощупал пульс. Это вы больны, а не ваша жена. Я скрыл это, потому что знаю, как много это значит для вас. Да. Я добавил гинга в лекарство молодого господина. А еще я добавил и другие лекарства. Но они его не убьют. Разве я не потратил столько сил, чтобы помочь вам? Это правда не убьет его? Я клянусь. Отец, садись. Сколько мы потеряли? Пять тысяч тейли. Но позже мы нашли мошенника. И он вернул часть денег. Потерять деньги в сделках — это нормально. Вот почему одна неудача не страшна. Но если ты потеряешь свое сердце, то никогда не сможешь воспрять духом. Понимаешь? Я понимаю, отец. Господин, молодой господин очнулся и хочет видеть вас и вашу жену. Юйцю, твой брат сказал, новое вино готово. Я хочу принести ему вина. Ah!
Я просто хотел, чтобы он медленно выздоравливал. И у меня было больше времени. Ты и Джу Цюань, вы навредили моему брату. Из-за собственной алчности вы все думали, что это лишь мелочи. Но трагедия в семье Сюй и смерть моего отца создана из этих мелочей. Мой брат и мой отец всегда относились к тебе как к члену семьи. Но ты так подвел их. Цюэр сказала, что Фань Джен снова провалил экзамен. Я уверен, он очень расстроен. Почему бы тебе не помочь ему? Я думал об этом. Среди слуг ходят какие-то слухи. Мой зять человек чувствительный. Боюсь, он подумает лишнее, если услышит их. Что за слухи? Говорят, что после свадьбы на сестре он так и не смог сдать госэкзамен, поэтому не может заниматься делами семьи. И почему вообще Цюэр вышла за него замуж? Вот негодяи. Юншунь, как ты обучаешь слуг? Будьте уверены, это моя вина. Впредь я буду строже с ними. Отец, я хочу дать возможность своему зятю поучаствовать в делах. Хотя он не сдал экзамен, я уверен, что он сумеет справиться с управлением. Если так, я рад. Ашун, я предал их доверие. Я был слишком жаден. Почему ты не убил меня? Ашун, убей меня! Ты идиот. Ты до сих пор не знаешь, что мошенника не нашли. И деньги никто не вернул. Это была моя сестра. Она продала все свои драгоценности и вернула деньги. Сон Цзиньчжэнь. Он жив. Должно быть, Ажунь проверил его.
Он не убийца. Но он один из преступников, из-за которых погибла семья Сюй. Если бы он не был таким эгоистом, беды можно было бы избежать. Знаешь, когда я переехала в Гуаньлин, мы с Юйцу каждый месяц писали друг другу. Она всегда рассказывала их романтическую историю с Унцзэнджэнем. Я очень завидовала ей, ведь она встретила мужа, который так любит ее. Подумать только, что правда окажется такой. Люди не могут быть все время довольны. У каждого человека есть своя горечь. Кстати, где Ажун? Я не нашел его. Думаю, он не хочет, чтобы мы вмешались. Тогда мы просто отпустим его? Я не был на его месте, поэтому не знаю, как убедить его остановиться. Но если то, что сказал Джао Ляо, правда, главные подозреваемые теперь Жу и Джань. Тогда что нам теперь делать? Прежде чем сделать окончательный вывод, я хочу убедиться в одной вещи. Что вам нужно? Я хочу вам кое-что показать. Вы помните этот жетон? Жуэр, а в чем дело? Я больше не могу оставаться в этой дыре. Мне надоело, что мной манипулируют. Я хочу получить карту сейчас. Я согласен. Что ты хочешь сделать? Раз мы не можем найти убийцу, остается только один выход. Джоу Ю! Что случилось? Почему мы здесь? Лежу, Ханьчжань! Что вы задумали? Сейчас не твоя очередь говорить. Госпожа Хуа, отдай мне карту. Или живым отсюда никто не выйдет. Где карта? Я не знаю. Ты... Правда не знаешь? Тогда кто знает? Это... Она в тайнике наверху! Раз карта у нас, игра окончена. Хуа Мяунян, я уверен, что ты знаешь, как вызвать лодку. Поэтому не трать время, если хочешь жить. Но мне очень интересно знать, о чем пятый сценарий.
Раз уж мы зашли так далеко, почему бы нам не посмотреть, кто настоящий убийца? Жер, отойди. Уйди с дороги. Жер, уйди. Отойди. Жер, отойди! В сторону! Жер, ты в порядке? Отпусти! Что со мной может случиться? Пустая трата времени. Он даже не увидел меня. Возвращайся. Я пойду в аптеку. Жер, я буду переживать за тебя. Давай я пойду с тобой. Ты что, не слышал меня? Жер! На что уставились? Господин, вы вернулись? Принцесса? Вы пришли. Не нужно церемоний. Принцесса, вам нужны лекарства? Да. Прошу. У вас есть рецепт? Нет. Я просто чувствую дурноту. Проверьте мой пульс. Я не разбираюсь в медицине. Пусть наш лекарь осмотрит вас. Это не обязательно. Тогда я... куплю пузырек пилюль Асенероса. Их нужно принимать, когда вам не здоровится. В обычные дни не принимайте их. Этот чай успокаивает печень. Примите его в дар. Его можно пить часто. Спасибо. Раз вы плохо себя чувствуете, я должен позаботиться о вашем здоровье. А, кстати, вы идете на фестиваль середины осени? Я знаю идеальное место, чтобы полюбоваться луной. Принцесса. Я договорился пойти туда с братом и сестрой. Прошу меня простить. Тогда я вернусь к работе. Где была? Отец. Ты снова ходила к тому господину Сюю? Чем он тебе нравится? Он просто мне нравится. Без всяких причин. Глупость. Ты принцесса. А он просто сын какого-то торговца. Он недостоин тебя. А мне все равно. Я могу отказаться от своего положения. Что ты сказала? Я сказала, я выйду только за него. Ты? Повтори. Папа. Ты раньше никогда не бил меня. А
А сейчас ты ударил меня из-за того, что я должна выйти за этого Ханя? Подумай. Он разве любит тебя? Если бы он любил тебя, разве был бы с тобой так холоден? Тебе лучше сдаться. Никогда! Ты... Жир. Уйди! Жир. Сю Юйлян. Ты противный. Сююлян, наконец ты пришел. Скорее иди и присядь. Выпей со мной. Принцесса, вы пьяны. Вернитесь домой. Это так ты дела ведешь? Я еще не закончила. Я приказываю тебе. Сядь. Сююлян, это твое любимое вино из зеленых слив. Давай вместе выпьем. До дна. Принцесса, прошу, хватит. Остановитесь, вы же напились. Сююлян, ты влюблен в кого-то? Принцесса, вам правда нужно остановиться? Я найду вам повозку. Не уходи! Я же не договорила! Сююлян, я ненавижу тебя. Я не ненавижу тебя. Жуэр. 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 Ты вернулся. Я же еще не договорила. Что вы хотите сказать? Я так давно влюблена в тебя. Алян. Принцесса. Принцесса, вы что-то хотели? Разве я не могу прийти к тебе просто так? Благодарю за вашу заботу, но у меня много дел. Прошу меня простить.
Почему он так холоден со мной? Принцесса, может, вам все приснилось? Проследи за ним. Уверена, он что-то скрывает. Да. Принцесса, ну как, есть новости? Да, но... Говори быстрее. Я слышала, как в таверне Сюй говорили, что их молодой господин... Он... Да говори же. Они сказали, что он сделал это с вами, потому что вы были пьяны. Но на самом деле вы ему совсем не нравитесь. Принцесса. Принцесса, уходи. Принцесса, убирайся! Принцесса, прошу простить, что не могу поприветствовать вас. Тебе необходимо быть таким холодным? Сейчас. Я серьезно болен. Вам не нужно приходить ко мне. Я принесла эликсир императора. Я смогу тебя вылечить. Согласись жениться на мне. Вам не нужно этого делать. Я никто. Я вас не заслуживаю. Принцесса. Возвращайтесь. Дайте ему его. После того, как поужинает. Пойдем. Кто-нибудь? Жер. Что произошло? Отпустите меня! Отпустите! Отпустите! Кто это сделал? Ты не умер? Значит, ты стоишь за этим. Юйжун, как ты посмел похитить принцессу? Для меня нет принцессы. Есть только враг, который убил всю мою семью. Вы ничего не хотите сказать? Почему я должна что-то говорить? Я не имею отношения к этому делу. Твоя любовь превратилась в ненависть. И ты использовала свое положение, чтобы отравить моего брата.
Кто еще мог быть виноват в его смерти? Это не так! Я пришла отдать Сю Юйляну лекарство. Как я могла его убить? Разве твой мотив не очевиден? Хоть я и была молода, я наслышана о твоих мерзких поступках. Господин Юйлян не любил тебя, ты возненавидела его и оклеветала. Хорошо. Значит, вы все заодно. Не тратьте свое время на эту порочную женщину. Если бы Юйжун не был жив, нас всех бы убила она и Ханьчжань. Только я знаю, где находится карта. Согласно правилам, карта достается тому, кто столкнет убийцу в море. Кто из вас посмеет? Нет. Мы должны отдать их в магистрат. Как ты сделаешь это без лодки? На этом острове вам придется подчиняться моим правилам. Разве ты не хочешь отомстить за своего отца? Джоую, хватит притворяться. Разве ты пришел не за картой? Тебя правда волнует месть за семью Сюй? Я вас предупреждаю. Она принцесса. Если она уйдет отсюда, она оставит вас в живых. Вы чего ждете? Что ты делаешь? Хватит. Отпусти ее. Отпусти ее. Отпусти. Отпусти, отпусти меня! Остановись! Это вы убийцы! Вы все убийцы! Отпусти ее! Отпусти, Жуэр, я умоляю, отпусти ее! Это сделал я! Я! Я убил Сюй Юйляня! Ты принцесса, а он сын простого торговца. Он тебя не заслуживает. Мне все равно. Я могу отказаться от своего статуса. Что сказала? Я сказала, я выйду только за него. Ты... Если бы он правда тебя любил, он бы не был так холоден к тебе. Тебе лучше сдаться. Никогда! Ты! Жуэр! Отойди! Жуэр! Наконец ты пришел. Сю Юйлян, это твое любимое вино из зеленых слив. Давай выпьем вместе. До дна. Сю Юйлян, я ненавижу тебя. Я не ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Я не ненавижу тебя. Жуэр. 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 Ты вернулся. Я еще не договорила. Что ты хотела сказать? Я так давно тебя люблю.
Жуэр. Почему он так холоден со мной? Госпожа, может, вам все приснилось? Иди и проследи за ним. Я уверена, он что-то скрывает. Да. Генерал? Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала. Что? Скажи принцессе то, что я тебе сказала, иначе не поздоровится, поняла? Поняла. Я все скажу, как вы велели. Иди. Да. Госпожа, у молодого господина болезнь глаз, которую нельзя вылечить. Как это произошло? Приготовь повозку, я должна увидеть его. Но, принцесса, он же предал вас. Вы все еще хотите видеть его? Хотя я его и ненавижу. Я не хочу его смерти. Пойдем скорее. Да. Что у тебя за спиной? Ничего. Ты снова идешь к этому Сюю? Отец, он болен. Я просто отнесу лекарства. Ни за что. Я предупреждаю тебя. Оставайся здесь и никуда не ходи. Да. Отец! Отец! Выпусти меня! Даже не думайте об этом. Слушай, стереги ее хорошенько. Если она сбежит, я переломаю тебе ноги. Да-да. Отец! Зачем пришел? Разве ты не хотел увидеть Сюй Юйляна? Я отведу тебя. Не нужно, ты не можешь пойти со мной. Неприлично, если там будут другие. Я все равно пойду. Я буду волноваться, если ты пойдешь туда одна. Я могу притвориться твоим слугой. Подойдет? Сюда. Как сейчас ваш молодой господин? Его состояние стало тяжелее. Кстати, принцесса, сегодня многие люди пришли навестить его, поэтому он сейчас очень слаб. Пожалуйста, не разговаривайте с ним долго. Не волнуйся. Я просто увижу с ним. Это ненадолго. А? Здесь есть место для отдыха. Вы можете подождать ее сиятельство там. Интересно, нравится ли вам здешнее блюдо? Мне очень нравится. Спасибо, господин Сюй. Хорошо. Тогда отдыхайте.
проделали долгий путь. Почему бы не отдохнуть? Давайте сначала увидимся с Аляном. Верно. Господин, молодой господин спит. Раз он спит, не будем его беспокоить. Давайте увидимся с ним завтра, когда он проснется. Тогда почему бы вам не вернуться и не отдохнуть? Я попрошу приготовить вам несколько блюд. Да, хорошо. Пойдемте. Прошу. После этого я ушел оттуда. Вскоре вспыхнул пожар. Я забрал оттуда Жуэр. Это моя вина. Я слишком люблю ее. Но если бы не я, с ней такого бы не случилось. Я знаю, ты любишь Жуэр, но это не твоя вина. Жуэр. 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 Что со мной случилось? Жуэр, поверь мне. Я найду лучшего лекаря, чтобы вылечить твое лицо. Верно. Ты обязательно поправишься. Как Сю Юйлян? Что с ним произошло? Вся семья Сюй погибла в пожаре. Сю Юйлян умер. Я не верю. Он умер. Он умер. Не верю. Я не верю. Жуэр. 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 Жуэр.